Чего только не делали женщины на протяжении истории человечества, чтобы сохранить молодость и красоту. Принимали ванны из молока с медом, использовали ароматерапию, различные масла и даже лечение огнем. Современный рынок представляет нам огромный выбор самых разных методов ухода за собой. Нанопрепараты, аппаратные и лазерные косметические процедуры пилинг, обертывание и прочие достижения науки и техники. Что выбрать? На чем остановиться, чтобы сохранить молодость и красоту? Сегодня нам поможет в этом разобраться наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о красоте, как сохранить красоту. И вот первый вопрос. Достаточно ли женщинам, как в древности, использовать лишь травы, масла и другие ресурсы природы? Ну, э, ресурсы природы, они, конечно, хороши. Но где сейчас взять такое количество трав, обилие натуральных масел, конечно, есть определенные специализированные магазины. Но, однако, сегодня наука шагнула дальше. Мы знаем теперь о средствах для поддержания и улучшения красоты кожи лица, молодости организма больше, чем люди и тысячелетия до нашего современного mm -hmm. века. Поэтому сегодня современная наука может предложить гораздо более интересный и эффективный спектр средств для ухода за лицом и поддержанию молодости. Тогда ответьте на такой вопрос. Сейчас в аптеках огромное разнообразие гиалуроновой кислоты и коллагеновых напитков. Вот как... Насколько они натуральны? Как, как им, как часто можно их употреблять? Вот что вы скажете вообще? Как вы к ним относитесь? Насколько mm -hmm. они действенны? Ну, если говорить про гиалуроновую, гиалуроновую кислоту, то этот компонент для организма является естественным, mm -hmm. поскольку до 25 лет ее уровень достаточно высокий в организме, поэтому кожа, особенно у маленьких детей, мы видим, она такая мягкая, упругая, подтянутая, mm -hmm. напитанная да, вот, за счет высокого содержания гиалуроновой кислоты. Ее еще также называют королевой косметологии. Потому что одна молекула гиалуроновой кислоты способна перетягивать или удерживать до тысячи молекул воды. Представляете? То есть это уникальное средство, которое удерживает влагу в организме, а, соответственно, кожа долгое время не увядает, э, на, пи, выглядит такой напитанный, помолодевший значительно. Сочный. Сочный, привлекательный. Однако гиалуроновая кислота оказывает положительное действие не только на кожу, но и на внутренние органы на суставы и на хрящи представляете uh -huh. поэтому если в организме достаточно высокий уровень ну, нормальный уровень гиалуроновой кислоты то в целом будет работа организма достаточно слаженная и органы будут чувствовать себя подтянутыми бодрыми и здоровыми uh -huh. Ну, это по поводу гиалуроновой кислоты. А коллагеновые напитки, они что? Да, сейчас существуют комбинированные препараты, содержащие и гиалуроновую кислоту, и коллагеновые компоненты. Коллаген – это белок, в отличие от гиалуроновой кислоты, получают его из продукта животного происхождения, как правило, это рыбный коллаген, также коллаген из крупного рогатого скота получают. Гиалуроновую кислоту получают из некоторых растительных компонентов или синтетическим путем. Но здесь важно отметить, что гиалуроновая кислота бывает разная все-таки. Для наружного применения высокомолекулярная, для внутреннего низкомолекулярная, инъекционная бывает гиалуроновая кислота. Но цель одна. Это все-таки придание молодости организма, особенно кожи. Коллаген является, так сказать, упругой такой подкладкой для кожи. И коллаген придает коже наполненность, плотность и он ее поддерживает и растягивает. Угу. То есть кожа выглядит тоже такой подтянутой, эластичной и молодой. Как часто можно их принимать? Ну, поскольку комплекс, содержащий коллаген, гиалуроновой кислотой и витамином С, оказывает такое накопительное действие, рекомендую минимальный прием где-то два-три месяца, чтобы уже почувствовать эффект визуальный, зрительный и. Конечно, приятно, смотря на себя в зеркало, замечать, что что-то происходит интересное да, в лице. Поскольку эффект после приема сохраняется в течение 6-8 месяцев, то мы проводим курс примерно где-то каждые 9 месяцев uh -huh. в среднем для поддержания тонуса лица. Поскольку данные продукты являются для организма естественными, то в рекомендуемых дозах никакой передозировки или побочного негативного действия, как правило, выявлено не было. Очень хорошо. Вот мы часто слышим а, о том, что гормональные препараты могут помочь женщине решить ну, очень множество проблем. В том числе говорят, что и проблемы со старением могут помочь решить гормональные препараты. Вот вы что скажете на этот счет? Ну, гормональная терапия – это достаточно такой интересный вопрос. И хочу заметить, что раньше гормоны получали из желез крупного рогатого скота, а также из гипофиса мертвых людей. И вот именно эти гормоны, полученные таким способом, не всегда полезны для человека, uh -huh. поэтому современная технология позволяет получить их синтетическим путем или с помощью биотехнологий, когда клетки начинают синтезировать эти гормональные вещества, гормоноподобные вещества, и их арсенал у нас достаточно широкий сегодня, поэтому в Соединенных Штатах сегодня наблюдается бум uh -huh. гормонотерапии стероидной терапии и каждая восьмая десятая женщина принимает свой индивидуальный набор гормонов, которые позволяют организму чувствовать себя достаточно уверенно, не изменяется фон, появляются силы, бодрость, органы работают слаженно появляется отличное самочувствие и самое главное такой бодрый и приятный красивый внешний вид. А -а -а. Однако в данной терапии следует учитывать тот факт, что прием внешних гормонов может угнетать выработку собственных собственных. А -а -а. Поэтому назначение гормональной терапии всегда процесс уникальный и индивидуальный, поскольку врач-врач-эндокринолог он должен посмотреть, какой конкретно гормон испытывает дефицит, uh -huh. организм испытывает его дефицит, или замедляется его выработка, и врач назначает отдельную, сложную очень терапию, стоимость которой примерно в, в среднем где-то 70-100 тысяч в год, сравнимо с пластической операцией. Поэтому данные курсы, они рекомендованы после тщательных обследований и принадлежащим контролем uh -huh. за уровнями гормонов в крови. Uh -huh. Но это касается также и мужчин. Известный uh -huh. гормон тестостерон, который поддерживает все, э, так сказать, мужские функции, uh -huh. в том числе и такое агрессивное мужское поведение, это уверенность в себе, это строение мышечной массы, это накопление мышечной массы, это голос, это желание, это характер мужской. Uh -huh. Именно зависит от уровня э, тестостерона в организме. Uh -huh. Однако... Э, Играя вот с гормональными препаратами, всегда следует помнить, что замедляя или угнетая выработку собственных гормонов в организме, мы можем порождать и атрофию желез. Mm -hmm. да, что также может приводить при резкой отмене гормональных препаратов к всплеску активности, к шоковому состоянию, да, к изменению функции эндокринной системы. Вот это тоже очень серьезно. С возрастом. Люди, как правило, испытывают, ну, где-то после 40, испытывают э, дефицит витаминов группы В. Особенно говорят, что женщины к этому чувствительны. А, вот тем, кто хочет молодо выглядеть, советуют м, два раза в год принимать витамины группы В. Вот что вы скажете на этот счет? Действительно ли это поможет но поскольку витамины группы В, они содержатся в значительном количестве продуктов питания, то э, при надлежащем правильном питании, богатом э, хлебными, злаковыми продуктами, э, в, в, в овощах, во фруктах их очень много, и в других других практически во всех продуктах питания содержится витамины группы В. Угу. При правильном рациональном и достаточном питании э, необходимость в таких серьезных курсах в длительной терапии витамины группы В от, сама собой отпадает. Но однако при тяжелых состояниях, при частых воспалениях кожи и так далее врач может назначить какую-то терапию витаминной группы Например, при частном выпадении волос, при изменении э, обмена веществ в организме и так далее. Э, Все-таки курсы э, следует согласовать с лечащим врачом или с врачом-косметологом, у которого есть опыт применения данных витаминов для достижения определенных эффектов. Uh -huh. Ясно. Ну, то есть даже если человек после 40, ему не надо просто идти в аптеку, покупать витамины группы В, да, и начать их кушать. Нужно обязательно обратиться все-таки к врачу, а самим себе не назначать, даже несмотря на, вот, казалось бы, такой возраст. И как бы дефицит после этого возраста витаминов Да, часто это состояние может быть навеяно чем-то внешним. Поэтому я бы все-таки рекомендовал в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания. Uh -huh. Быть может, в погоне за какими-то целями бесконечными мы можем уставать на работе, от каких-то внутренних проблем, проблем в личной жизни и так далее. И забывать принимать весь этот рацион продуктов питания, подаренный нам самой природой. Uh -huh. Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание, просто сесть и составить список тех продуктов, которые ежедневно присутствуют на вашем столе. И, быть может, вы обратите внимание на то, что какие-то продукты отсутствуют будет достаточно просто разнообразить свой рацион и через месяц через другой посмотреть на самочувствие и принять уже решение о необходимости введения в свой рацион дополнительных витаминов uh -huh. Ну, вы говорите про рацион а не снижается ли усвоение после 40 у человека через ну именно пищу этих витаминов и все-таки действительно ли организм может получить и усвоить после 40, все ли так же хорошо, как до? Ну, конечно, возрастные изменения оказывают влияние на обмен веществ, он замедляется на накопление, на всасывание полезных веществ из продуктов питания. Однако при поддержании здорового образа жизни, при физической активности, при разнообразии в питании, при надлежащем количестве клетчатки, uh -huh. которая, кстати, буквально как щеточка, как фильтр, очищает, освобождает, освежает, освежает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и помогает организму вновь. Вдохнуть эти полезные вещества, получить их э, будет эффективным пересмотр именно э, угу, питания в угу, первую понятно. очередь. А, что такое инъекции ботокса? И как вы к ним относитесь? Ну, сегодня применение ботокса стало очень популярным. Эти инъекции выполняют межбровные морщины, э, кожу под глазами, кожу вокруг губ, даже э, подмышки. Э, какой эффект оказывает ботокс? Ботекс это нейротоксин типа uh -huh. А, который вызывает нарушение нервной передачи с последующим параличом мышц. Да, то есть мышцы просто не в состоянии двигаться. И если сделать инъекции ботекса правильно в нужные точки, uh -huh. то мышцы, кожи лица перестают двигаться, и кожа разглаживается, выглядит значительно молодой, такой приятной, мягкой, что в принципе и желают. Да, uh -huh. Наши представительницы да? прекрасного пола. Однако для инъекции ботокса существует множество противопоказаний, их целый спектр. Инъекции ботокса могут обострить любые хронические заболевания. Он противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам для инъекций, при гемофилии, при склонности к образованию рубцов, при аллергических реакциях, при антибиотикотерапии. Перенесенное за последний месяц, и так далее. И этот спектр можно продолжать, продолжать и продолжать. Mm. Также важно помнить и о вероятном проявлении побочного действия ботокса. Если инъекции сделать неаккуратно или в неправильной точке, то лицо может в течение 6 месяцев искривиться. То есть мы изменим форму лица, и это может нанести тяжелую психологическую травму. Какой ужас? Ну, кроме местных побочных реакций, могут наблюдаться и системные негативные эффекты после применения Ботокса. Все зависит от индивидуальной реакции организма, конечно. И поэтому врач-косметолог, который занимается этими процедурами, он учитывает все возможные факторы, проводит опрос пациента, изучает его анамнез, чтобы результат был наилучшим. Uh -huh. Ну, если мы говорим про тяжелые аллергические реакции, как известно, это вариант анафилактического шока на влияние введения ботулотоксина, вплоть до остановки дыхания. Uh -huh. Поэтому клиники, которые проводят эти Процедуры должны иметь в своем запасе препараты, которые купируют реакцию нафилактического шока, чтобы спасти вовремя пациента. Угу. Понятно. А скажите, в каком возрасте женщине уже стоит задуматься о сохранении своей красоты? Но известно, что после 25 лет э, с постепенным вымыванием ну, или э, с, со снижением выработки гиалуроновой кислоты в организме наступает такое мягкое э, увядание э, кожи лица, внутренних органов. То есть с этого возраста следует обратить внимание не только на косметическое поддержание красоты, но и на здоровый образ жизни в целом, чтобы помочь организму изнутри сохраняться здоровыми и молодыми. А что Вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше сохранить свою красоту. Ну, конечно, советов можно дать очень много. Я остановлюсь только лишь на некоторых. В первую очередь рекомендуется спать в прохладной комнате, поскольку доказали, что температура 17-18 градусов положительно сказывает, сказывается на молодости кожи лица. А в то же время желательно снизить количество потребляемых килокалорий. В среднем где-то мы употребляем две тысячи половиной, женщинам рекомендуется снизить до 1500, тысяч, чтобы организм не получал избыток этих вот жиров, которые также э, затрудняют работу и сальных желез. Uh -huh. Они укрупняются, и выглядят, кожа выглядит намного старше. Uh -huh. Также следует поддерживать физически активный образ жизни, заниматься спортом, ходьбой. Гонять кровь по организму, кстати, кровь тоже оказывает омолаживающее действие, уменьшает застойное явление. Но и существуют различные маленькие хитрости для домашнего использования, улучшающие состояние кожи. Mm -hmm. Да, интересно. В данном случае очень важно правильно кожу очищать, увлажнять, отбеливать питать и уменьшать морщинки. Угу. Если мы говорим про увлажнение кожи, то здесь будет, будут хороши не только средства, купленные в аптеке, но также и различные домашние приспособления. Например, хорошо помогает в данном случае косметический лед. Очень угу. интересно. Да. Можно приготовить настой из петрушки, заполнить, например, стакан измельченной петрушки, залить кипятком и наставить в течение часа. Затем процедить и получен настой охладить и заморозить в кубиках, промывать каждый день утром этими кубиками, кожа получает такой приток витаминов, тонизируется, да, и выглядит достаточно молодой и подтянутой. Как здорово! Еще второй способ очень интересный – это приготовление косметического льда из эмульсии эфирных масел. Известно, что эфирное масло розы, чайного дерева да, и другие эфирные масла, эту информацию можно найти в интернете, тоже оказывают благоприятное действие на кожу. Но если наносить масло в чистом виде, оно может оказать аллергическую реакцию, вызвать аллергическую реакцию и вызвать Стражение. раздражающий эффект, также вызвать ожоги. Как же быть в таком случае? Есть маленький секрет: 10-15 капель эфирного масла нужно размешать в столовой ложке молока, поскольку молоко это природная эмульсия воды и жира. И эту ложку вылить в стакан с водой, тщательно перемешать, разлить в формочки и заморозить. И вот, вот такой лед с эмульсией из эфирного масла также оказывает очень хорошее и полезное действие на кожу лица. Однако следует помнить, что процедуру увлажнения кожи лица не следует проводить в зимнее время года. Да, а говоря о масках для разглаживания морщин и питания кожи лица, можно выделить следующие рецепты. Известен старинный рецепт для маски кожи вокруг глаз. Она состоит из 1 столовой ложки картофельного измельченного пюре, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки измельченной петрушки. Все тщательно смешивается, наносится на 15 минут каждые два дня в течение месяца. Кожа значительно подтягивается, светлеет и выглядит моложе. Спасибо, здорово очень. Также для быстрого эффекта известна желатиновая маска для кожи лица, которая разглаживает морщины и придает лицу свежий подтянутый вид. Ее состав следующий: 2 столовые ложки молока, 1 чайная ложка желатина и 1 столовая ложка жирного творога. Желатин необходимо, чтобы он настоялся и набух в молоке, затем он нагревается, до его растворения добавляется творог, и все это смешивается до однородной массы. И вот эту остывающую маску в теплом виде наносит на лицо, в течение 30 минут она должна высохнуть, и ее смывают водой, то есть ее нельзя снимать с лица аккуратненько смывают водой, и вот этот эффект, конечно, удивительный. Спасибо большое. У нас вот буквально чуть-чуть времени осталось, и последний вопросик. Ваши рекомендации по поводу по подбору кремов и масок. Маски мы сейчас уже обозначили. Крем? В первую очередь крем нужно подбирать в зависимости от образа жизни, состояния, возраста организма. Поэтому все-таки лучшие рекомендации дают соответствующие специалисты, и угу. к которым я рекомендую обратиться. Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я думаю, что наши телезрительницы будут очень вам благодарны. Всего вам хорошего, до свидания. До свидания, всего доброго. Итак, сделаем выводы. Чтобы оттянуть появление первых морщинок, желательно делать профилактические процедуры, которые включают здоровое питание, свежий воздух, мимический массаж, правильный уход за кожей, витаминные домашние маски. Подбирайте косметические средства правильно, учитывая тип вашей кожи, время года и соответствие крема к вашей проблеме. Будьте здоровы и прекрасны!